В Магаданской области проходят съемки большой кинокартины «Семь цветков Эдельвейса». По сценарию события разворачиваются во времена Великой Отечественной войны. Момент восхождения экспедиции с целью вернуть на законное место флаг Советского Союза, вершину Эльбруса, снимут на Карамкене. Продюсер большого кино Вера Радохлеб впервые занимается настолько масштабным проектом. О планах она рассказала «Вечернему Магадану». Мы решили делать это в Магадане, потому что у нас режиссер здесь живет, и мы собираемся быть основоположниками кинематографии в Магаданской области, потому что ничем подобным здесь никто не занимается. И мы нашли много единомышленников, которые нам помогут это осуществить. Собираемся открыть кинокомпанию и от лица нее производить настоящее профессиональное кино с прокатным удостоверением, с участием в фестивалях. В общем, у нас есть примеры хорошие перед глазами. Например, Якутия. Тоже было небольшое сообщество энтузиастов, которые просто собрались вместе и за идею начали развивать кинематографию у себя в регионе. И сейчас мы можем посмотреть, как они на всю Россию гремят своими совершенно профессиональными голливудскими масштабами их кино. И, в общем, этот пример вдохновляет. И Магадан тоже достоин высокого уровня кинематографии. На данный момент работа по созданию фильма продвигается медленно, так как приходится ждать доставку реквизита и собирать добровольцев. Из своих личных средств организаторы пытаются покрыть расходы на доставку инвентаря. Также стараются поощрить профессиональных видеооператоров и других высококлассных специалистов. Набирают добровольцев и ищут приверженцев отечественного кинематографа во всех социальных сетях. По словам Веры, дополнительное спонсорство и всяческая поддержка смогли бы помочь продвижению в создании полнометражного фильма «Семь цветков Эдельвейса».